Всем привет! Мы сегодня выдвигаемся к Наталье Квик, которая живет около Орландо. И ехать примерно часа два. Может быть, заедем в Disney Spring. И потом поедем к Наташе в гости. Она уже давно живет в Америке. Я говорила об этом. У нее свой дом. Нам интересно посмотреть еще дом, быт, вот как они обустроились вообще. Ну, это наша тема. Чувак на Бентли. Да, это тачка 300. Кабриолет. Даже может быть... Кудрявый такой. Может, он химию делает? Йо-хо, Майами! Ну, это такой, кто-то сбил зайца или нет, кого? Нет, с хвостом есть такое. О май гад! Я первый раз их вижу вблизи. Они едят мясо, птицы едят мясо. Как это ужасно. Ну, орлы тоже мясо едят. Ну, они прям такие, знаешь, как будто ждали. Еще один прилетел. Прям на дороге. Они нас вообще не боятся. Они не боятся, и мы не можем проехать. Что ты хочешь, подруга? Ну, что тебе дать? Да. Смотри, смотри, она сейчас подойдет. По-моему, их с рук здесь можно кормить. Привет! И по дороге заехали в Диснейленд Спринг. Это такая зона, да, тут можно бесплатно погулять. Обожают мои зрители это слово, бесплатно. Да. На самом деле мы не идем в Диснейленд, потому что нам нужно покупать VIP, и мы хотим идти туда только с VIP. Да, мы приедем в Диснейленд потом, попозже, когда уже оклемаемся здесь. Но мы хотим сразу с VIP, потому что стоять в очереди по 2-3 часа на горочку не очень хочется. И мы решили просто развлечь Сару и себя. Деток наряжают уже диснеевских принцесс. Ну, Сара, мы когда приедем в Диснейленд, в настоящий, мы тоже тебя нарядим. А ты, кстати, тоже неплохо сегодня выглядишь. У нее такая вот кофта с макарунами. А вон принцесса. Я в шоке, это все из лего настоящего сделано. Из кусочков сделано. Обалдеть, я вот думаю, это внутри, да. Внутри там не кусочки все равно. Да? Класс. Здесь рестораны разные, тематические, вот как будто бы парк юрского периода, а это подводный мир. Даже я удивлен. Смотри, детская площадка с раскопками, дети раскапывают кости динозавров. Весело. Кисточки моют, можно взять кисточку. Сара раскапывает, да? Косточку. Видели у кого-то в YouTube, что на этих машинах можно в воду заезжать. Это машина-лодка. Она может по суше ездить и по воде. Прикольно. В лодках кушают. Красивые ретро-лодки. Классный такой ресторан морской. Сара будет мороженое сейчас кушать. Но, правда, она не захотела с Микки Маусом. Будет фруктовый лед с клубникой. Правильно? Кстати, оно без сахара. Вкуснота. Пойдем. Сейчас идем кататься на лодке. Вове тетя сказала, что... Да, я был в шоке. Ко мне... Что бесплатно можно. Нас встретила женщина, которая здесь работает, и говорит, что типа... Если хотите, вы можете. Вон она, эта лодка, вы можете бесплатно прокатиться на лодке. Давай, беги! Зеленая спустилась. Такое ощущение, что она сейчас утонет. Прикол. Да. Я бы немножко напугалась. Да, она еще так резко спускается. А, снег пошел искусственный. Снег летом. Мама, пошел! Классно! Люди встали. Заехали в город Деланд, здесь живет Наталья. Мы приехали на несколько часов раньше, чем нас приглашали, так неудобно. Да, мы поможем ей приготовить, сейчас, может быть, даже я ее накрашу. Наталья живет в маленьком таком городочке, милом, да.
тоже озера есть и всякие уточки. Вот сколько здесь классных домов. Вообще такой тенистый район, весь в деревьях, аллеи. Покажу тебе самую мою любимую комнату, из-за чего я купила дом. Класс. Когда я пришла в эту комнату, я сказала, я хочу этот дом. То есть это такая солнечная комната у меня. Ух ты. Стеной. Я уже догадываюсь. А мы так, я вас не познакомлю, потом с макияжем, когда будете, да? Это Винсент. Сара, нам нужно, чтобы ты обулась. Hello! Привет! Do you speak Russian? No, she's American. Nice to meet you, Женя. Женя? Женя, yes. Женя. Наталин супруг. Винсент. Винсент. Класс, очень красивый это лес. Ну да, мне нравится, что у нас нет заборов никаких, знаешь. Very beautiful. Thank you. Yes. Look like forest. Forest? Yes. Yeah. Very pretty back there. During the summertime, we get a lot of flowers. Oh. See, these are our winter flowers. You just missed this. This actually blooms all white and big, like flowers, like roses. All in those. You just missed it about 2 weeks ago. It would have been wow. White. Amazing. Это зал. Это зал у нас. Очень красивый. Там вот мой сын. Да, здравствуйте, Артём. Кухня потрясающая тоже. А, ну, кухня, да. Мечта хозяйки. Ну, готовимся к Рождеству, да. Поэтому это логично, нормально. Сегодня очень Женя красиво. Мне обещала своей рукой накрасить. Да, только вот я других немного хуже крашу, чем себя. Поэтому, но я буду стараться. Это у меня коллекция машин, моего мужа, он очень любит, они покрытые золотом. Ничего себе! Да, он нас любит гоночные машины. У нас здесь одна комната. А, это гостевые, да. Класс. Вот, в этой будете жить. Ой, спасибо. Класс, огромная такая, потрясающая. Вот. А как давно вы дом приобрели? Полтора года назад. Но у нас до этого тоже был дом, мы его продали и купили. Этот. Он совсем новый, да? Нет, это дом 95-го года. Ничего себе. Да, этому году 22 года уже. Ничего себе. Мы его очень любим. Я очень люблю Африку, если вы заметили. Да. Потрясающий жираф. Я очень часто получаю эту макет своих подписчиков, они кричат, почему? Выкидывай все. Почему? Мне это нравится. А вы были в Африке? Нет, я не была. Класс. Ого, какая красивая. Царская. Это наш гардероб. Красивый. Такой. Мечта любой женщины. Ну, огромный большой, гардероб, конечно, но все равно. В Америке, но, в принципе, большой, большой, очень большой. Выход из этой спальни. И второй выход у нас... Класс, такая светлая, большая. И второй выход у нас на солнечный. Прямо на эту сторону, да, супер. Потому что здесь должен был быть бассейн. По идее, если вы построите здесь бассейн, у вас можно было бассейн сюда сразу. И почем вы такой дом купили, если не секрет? 240 тысяч. 240. Нет, секрета нет. Да. Мы покупали это все с подписчиками, они все посмотрели. Я еще не добралась. Мебель они со мной покупали, все делали, кричали. Это не так, это сюда передвинь, там передвинь. Да? Ой, такое было. Подождите, прикольно. Вот вы что-то купите, вам столько советчиков. Сразу все подписчики превращаются в дизайнеров. И Наталья будет снимать на свой канал, как я буду делать Наталье макияж. Вы можете увидеть результат у Натальи на канале. Мы здесь помогаем. Наталья наготовила много вкусностей разных. Да. Видите, у меня помощники какие. Мы все сделали макияж. Ёлка здесь, все. Такой красивый дом. Такой хотела бы себе дом? Все, папа просил. Наталья супруг коллекционирует оружие, еще увлекается. Германский, немецкий? Серьезно? Вау! Вау! Вот что значит мужчины, да? Это же это со второй мировой. Мужчинам что нужно вообще, да, для счастья? Да. Машинки, пистолетики. Здесь такой бар у Натальи. Сара. Сара.
Класс! Смотрите, какая Наталья красотка! Вообще класс! По-праздничному! Молодец! Замечательно выглядите вообще! Шикарно! Очень по-праздничному! Винцев подошел, я вам в ванну была, сейчас мне Винцев подошел, говорит, у него такая жена красивая. Право, говорит, да? Такая жена красивая. Спасибо, мне так видео, стыдно. Говорили на канале вообще, да. Супруг Натали готовит мясо. Да, я видела магазин. Боже, какая красота. Вот здесь. Нет, обе красотки. Ой, как приятно, когда познакомишься, да, вот так? Да, и встретиться. Ой, так приятно. В общем, это соевый соус. А мы обмазываем мясо. Вау. И оно получится мягким. Так, бьюти-канал превращается кулинарный. В кукинг-канал. Yes. Легкие движения руки. Mm-hmm. Кисточкой нужно нанести чеснок. Маслом. Хочу сначала обжарить он их, чтобы запечь со всех сторон, чтобы изнутри был сок сохранился, а потом запекает обжаренный кусок. Термометр специально. Oh, wow. Yes. Мы будем знать, какая температура внутри мяса. Круто. Какой тяжелый. Класс. Везде написано Сара. А, побольше, да? Какая хитрая. А это потом. Спасибо, скажи спасибо. Что же это такое? Это мастерит браслеты. О, это браслеты. Так ты, может, и маркер делаешь, и папе. Спасибо большое. И подружке в Россию браслет отправишь. 25 минут должно постоять, а потом можно резать. Сына зовут Артем. Он свободный. Девчонки, пишите. Пошла реклама. Какой красивый сын. Наталья, спасибо вам за сына. If you're on time, you're late. Сейчас он на сети. Вау. Потому что часть видно такая у коровы хорошая. Вот эта спина. Она вот такая. Yes, very tasty. I like. Unbelievable. Ну что, Merry Christmas. Merry Christmas. Мужчины. Не слышат меня. Мужчины. Правильно там собрано. Ананасы. Да, да. Может быть, надо их немножко... Вот салат не знаю, я не размешивала. Итак, у нас Дед Мороз и Снегурочка. Посмотрите, они какие красивые, сказочные. Принесут сейчас нам подарки, все ждут. Все ждут, ждут. А Винсент-то у нас какой сексуальный Гренни. Вообще, я не ожидала такого поворота событий. Я никогда не была Снегурочкой, но вот... Вот оно свершилось. Мой час пик. Я сейчас буду развлекать гостей. Неплохая мама. Такая. Что? Всем привет! Спать ударим! Let's get it party! Сара! Это лучше сделать, Мэйлс! Браво! Всем привет! У нас сегодня второй день Рождества. Мы остались на второй день с ночевкой у Натальи, это вообще, конечно, нонс. Как вы себя чувствуете? Очень хорошо. У нас сегодня опять веселый день. Приехала Лилия с Виталием, вообще с Валерой, говорю. Лилия. У нас так весело, мы накрываем на стол. У нас сегодня нет одноразовых тарелок, у нас сегодня красивая посуда. Женечка, покажи, пожалуйста. Да, пошла. Сегодня по-семейному. Да. Сегодня настоящее такое вот семейное Рождество. И такой красивый стол, а посуда такая. Это коллекционные эти пони, их выдают каждый год в банке, где я работала, в Wells Fargo. Видишь, написано Wells Fargo? Они коллекционные, вот такие. Видишь, есть серые, есть белые. Каждый год их выдают разные.
То есть это не лимитированное. Это только не только игрушки. В Wells Fargo есть ферма, мама, где они покупают именно настоящие пони. Собачка и котенок. И поэтому пони они уже делают игрушки. What is the name? Chicken Parmesan. Delicious. И у нас немножко еще осталось со вчерашнего. Да, шуба. Вилсон приготовил нам сегодня потрясающее блюдо. Очень красиво. Наталья, очень вам вкусно. Повезло с мужем. Да, да, просто. Сегодня заключительный день. Мы уезжаем дальше с Вовой в Орландо. Спасибо Наталье, спасибо ее мужу, ее сыну за гостеприимство. Нам очень понравилось. Я говорю Вове: Вова, я так не хочу уезжать. К хорошему привыкай. Да, Наталья хочет, чтобы мы Сару привозили. Да. Чтобы они с ней бавились, как говорится. Да, Сара, я за тобой приеду. Мы только за. Супер было. Эти дни были очень запоминающиеся. Спасибо. Да, было здорово. И спасибо вам, что вы приехали. И я хочу передать привет твоим подписчикам тоже. Подписывайтесь на канал Натальи. Я ссылку оставлю под видео. У нее очень интересные видео про Америку, про жизнь, про все. В общем, я думаю, много полезного. Ну, у каждого свои, конечно, зрители. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Все, ребят, мы поехали дальше. Пока. Пока. Спасибо. Пока.